Привет всем, это я, Рада, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такие симпатичные бутербродики для ваших любимых на завтрак, на обед, на закуску, в общем, на любую, по любому поводу, я бы так сказала. Самое главное, что это очень легко, и я так думаю, романтично и приятно. Итак, нам понадобится хлеб, огурчики, куриная грудка, соус, форма для печенья. Начинаем вырезать наши сердечки. Я взяла черный бородинский хлеб, вы можете взять абсолютно любой, если у вас также нет форм, вы можете воспользоваться ножом. Я смазываю все 4 кусочка соусом, чтобы наш бутерброд был сочный. Затем я буду выкладывать на него огурчики. Вы, в принципе, можете использовать любые ингредиенты и любые соусы. Итак, выкладываем огурчики на 2 наших сердечка. И сверху огурчиков будем выкладывать нашу курочку. Я просто курочку вот так вот разрываю таким способом. Вы можете ее нарезать или, в общем, по вашему усмотрению. Также, как я уже сказала, вы можете использовать абсолютно любые продукты. Я просто использовала то, что нашла в своем холодильнике. Накрываем сверху наши сердечки. И закалываем их нашей зубочисткой, украшенную сердечком наверху. Чтобы украсить нашу зубочистку, просто вырежите сердечко и приклейте его скотчем к зубочистке. Я надеюсь, вам понравился этот легкий и простой рецепт, чтобы вы порадовали своих любимых и близких. Вот такие получились у нас симпатичные бутерброды. Счастливых вам праздников! И увижу вас в следующем видео. Пока-пока!